утро, дорогие телезрители! В эфире программа «Мир Дэнди». Целая неделя прошла с нашей последней встречи. И, надеюсь, вы нашу передачу еще смотрите. Предварительно опустошив дом Дэнди и планету игр, конечно же, мы столько новых игр подобрали для этой передачи, что мы просто уверены, что они вам понравятся. Итак, я приглашаю вас в «Мир Дэнди». Оказывается, инопланетяне не только нападают на Землю, но и защищают ее. В некоторых случаях, а точнее в некоторых играх. Например, в игре Zen Ninja это так, и если вы не верите, вы можете в этом убедиться сами. Была на Земле экология загрязнена, да еще добавилось. Какой-то вредитель выпустил весь запас ядерных химикатов. Видимо, хотел захватить Землю, и не подумав о последствиях, сам попал под облучение. И стал на земле, как говорится, розовый снег, алюминиевый град. Против виновника с другой планеты на помощь землянам послали своего героя, ниндзю Зена, и вы, как всегда, им управляете. Герой не безоружен. Он может пользоваться как мечом, так и чехлом от этого же меча. Этого оружия вам вполне хватит, чтобы победить врагов, которыми уровни кишмакишат. В основном это гигантские растения, капли радиационного дождя. И другие опасные вещи, которых надо или избегать, или уничтожать. Вам предстоит поездить на тачке, просто побродить, а также убегать от заложенных вами же мин временного действия. В конце последнего уровня вы будете драться с самим виновником содеянного. Именно тогда вы сможете отомстить ему за все хорошее. Причем хочется заметить, что драться вы будете не на Земле, а в космосе. Одним словом, это великолепная игра, и я уверен, что она вам понравится. Я уверен, что такие игры, как Killer Instinct, Mortal Kombat и Primal Rage, известны всем фанатам драк. Но лишь некоторые из них знают игру VR Troopers. А зря, потому что эта крутая драка тоже может занимать первые места в хит-парадах для Mega Drive. Какой-то компьютерный гений изобрел компьютер, поглощающий рядом стоящих людей в себя. И уже игра проходила как бы по-настоящему. Виртуальные бойцы этой махины без труда расправлялись с бедными посетителями. Но в один прекрасный день туда попадают опытные бойцы карате. И это, конечно же, вы. Как всегда, вам придется разобраться со всей шайкой виртуальных злодеев, прибегнув к своим знаниям. Облачившись в спецкостюмы, ваши герои пускаются в путь. Перед началом игры, как всегда, привычное меню, в котором можно выбрать игру на прохождение, драку для двоих или с компьютером. Если вы выбрали игру на прохождение, то подвластны вам будут только три бойца, те самые, которые влетели в компьютер. Как обычно в игре присутствуют свои суперудары, и у каждого бойца их слишком много. Всего в игре бойцов 8, не считая двух последних боссов. Ими можно подраться в опциях для одного и двух игроков. Нельзя не заметить плавных движений персонажей, а отлетающие части и искры от костюмов при ударе просто приводят в восторг. Драться с компьютером не так-то просто. Здесь придется сильно помучиться, чтобы одержать верх. Но пусть это не сломит ваш боевой дух. Соберите в целое все ваши навыки, полученные в других драках, и покажите всей виртуальной Аравии, кто здесь хозяин. А теперь традиционная рубрика Hell. Сегодня секреты опять будут на приставочке Sega Mega Drive, но игры будут другие. Это будет Batman Forever и Toy Story. Игра Batman Forever на Sega. Суперудары Бэтмена. Вперед, вперед, Б.
удар головой. Вперед, вперед, назад Б, бросок. Вперед, вперед, вниз Б, сломать руку. Игра Той Стори. Во втором уровне соберите ровно 7 звездочек и возвращайтесь к сундуку. Прыгните в него и нажмите вниз. И держите до тех пор, пока звездочка в верхнем левом углу не закрутится. Вы теперь бессмертны. На начальной заставке нажмите А, Б вправо, А, С, А вниз, А, Б вправо, А. Теперь во время игры нажимайте старт и кнопку А. И вы перескочите через уровень. Хоккейные фанаты приставочки Супер Нинтендо, настала и наша пора играть в наш любимый вид спорта на нашей любимой приставочке. Итак, NHL 96 на Супер Нинтендо. NHL 96 является одним из лучших хоккеев на Супер Нинтендо. Четкая графика и обалденное звуковое сопровождение только начинают столбик превосходства этой игры. В игре задействованы все 6 кнопок на джойстике. Ближние и дальние пасы, бросок шайбы с большой и маленькой силой, подброс шайбы в воздух и многие другие приемы, с помощью которых можно без труда забить гол. Кстати говоря о меню. Вот где вам придется помучиться перед выбором той или иной опции. Можно поставить чемпионат, дружеский матч, лигу и многие другие турниры. Узнать данные о командах и игроках, играющих в них. Предлагаю с меню разобраться вам самим. Вдруг вы найдете там что-нибудь интересное. В самой игре, как и во всех других хоккеях, сохранился вид сверху. Но на этом ее сходство с ними заканчивается. Гол забить не так-то просто, и без помощи приятелей по команде вряд ли что-нибудь получится. Так что не единоличничайте, а разбрасывайте пасы налево и направо. И будьте предельно внимательными, а то его примет ваш соперник. И не слишком увлекайтесь им, а то вдруг совсем нечаянно ударите его клюшкой по чайнику и удалят вас минут на 5. Так что необходимо строго соблюдать правила игры во избежание таких инцидентов. Мой вам совет. Потренируйтесь сначала на практике со своим приятелем. И когда почувствуете силу, просто нажимайте на старт. И кто знает, может именно вы станете чемпионом национальной хоккейной лиги. И не забывайте, что в эту игру тоже можно играть вдвоем, что гораздо интереснее. Совершенная игровая система Супер Нинтендо. Итак, наступило время подвести итоги уже 4-й викторины. Песен пришло, как обычно, огромное количество. Но правильно ответил на вопрос только один человек. Имя ему Строгов Алексей. А для других повторяю правильные ответы. Итак, на первый вопрос Строгов Алексей указал целых 9 игр. Говорю, что в этом конкурсе мы ввели штрафные очки. Он и победил. На второй ответ в Совет Страйк мы показали 2 уровня в прошлой передаче. И на третий вопрос ответ, что в конечном клипе была игра Tekken 2. Не забывайте, что будет викторина 5-я в этот раз. Не пропустите. Владельцам Sony PlayStation не приходится жаловаться на отсутствие гонок на их приставке. Но теперь с появлением новой гонки Twisted Metal мы можем взглянуть на привычные нам средства передвижения новым взглядом. В Twisted Metal вы столкнетесь с обычными машинами, которые обладают одной особенностью. Они экипированы пушками и пулеметами. Выбор в начале игры. Подходящий аппарат вы должны уничтожать на дороге всех врагов.
будь то грузовик, легковой автомобиль или мотоцикл. В отличие от Wipeout, у вас полная свобода передвижения, что делает вашу задачу более легкой. Если быть точным, то Twisted Metal нельзя назвать гонками. Это скорее война на машинах, где чтобы выжить, надо постоянно двигаться и стрелять. Первый уровень – это бой на арене стадиона против одного противника. Это своего рода разминка, но не думайте, что все очень легко, и вы справитесь с противником с первого раза. Надо обладать ловкостью и хорошей реакцией, чтобы победить. Потом количество машин противника будет значительно увеличиваться, и вы будете сражаться на улицах города и даже на крышах небоскреба. Все ваши противники будут вооружены и очень опасны, так же, как и вы. По желанию, вы можете выбрать любой из трех видов на развитие событий, либо из кабины, либо два вида сверху. Уровни, даже с первого взгляда, кажутся огромными и представляют собой большой простор для действий. Все машины имеют разные возможности. Так что если у вас не получилось на одной, то вы можете пытаться победить на другой машине. Кроме того, вы можете выбрать подходящий вам уровень сложности. И после того, как вы завершите очередной уровень, вам дастся его код, что значительно упрощает задачу прохождения игры. Управление вашей машиной безукоризненно и очень простое, поэтому вы всегда сможете в нужный момент сделать поворот без особых проблем. Действие на экране разворачивается довольно быстро, а чтоб легче было обнаружить ваших противников, у вас есть радар. В Twisted Metal вы не заметите ни малейшего замедления. Все на экране изменяется на большой скорости, но очень плавно. Все это, а также возможность игры вдвоем, делает Twisted Metal наикрутейшей гонкой на Sony PlayStation. Ну вот и подошло время для проведения пятой викторины. Близится Новый год, и вместе с Новым годом близится супер игра. Так что спешите, викторин осталось не так уж и много. А теперь легендарные три вопроса. Вопрос первый. Сколько уровней мы показали в игре Zen Intergalactic Ninja? Вопрос второй. Сколько средств передвижения есть в игре Twisted Metal? И вопрос третий. Назовите как можно больше игр, главными героями которых являются животными. Ответы можете просить в Дом Денди или на чемпионат Денди. И внимание, ответы принимаются только до среды. Ну вот на этом наша передача и подошла к концу. Присылайте ответы на викторину, черпайте полезное для себя и до встречи через неделю.